Вклад в социально-культурную сферу в компании называют инвестициями в будущее. Значительным событием в культурной жизни страны стало подписание соглашения о сотрудничестве между «Лукойлом» и Министерством культуры Российской Федерации, состоявшееся в рамках Санкт-Петербургского культурного форума. Компания намерена оказывать содействие государству в развитии библиотечного, архивного и музейного дела, охране историко-культурного наследия и других видов культурной деятельности. Никто не помнит толком, каким бизнесом занимался Савва Морозов, на чем заработал Рябушинский. И точно все будут путаться, чем занимались братья Третьяковы. Но тот бесценный вклад, который они оставили в культуре, в социальной сфере, в здравоохранение, их настоящая широкая русская душа, их понимание искусства останется в веках. Также подписано соглашение о развитии культурного сотрудничества на территории Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Оно предполагает создание в Когалыме филиала Государственного академического Малого театра России. Для нашей компании это органичное состояние участия в культурных мероприятиях на территории нашей страны. И создание театра – это не моя идея, это идея коллегиальная. Потому что люди, которые сегодня производят уникальное сырье, которое является основой для бюджета нашей страны, основой для энергетики, конечно, они должны быть приобщены той великой культуре, которая есть в нашей стране. Филиал столичного театра разместится в стенах культурно-досугового комплекса «Янтарь». Для этого будет проведена сложная реконструкция. В Когалыме уже побывали наши студенты со своими дипломными спектаклями и еще несколько городов. Люди там хорошие, люди там душевные, у них есть сердце. А мы уже давно готовим, составляем репертуар и подготавливаем новую труппу. Открытие новой сцены Малого театра планируется в 2017 году.